В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился самолет. Два пилота, находившихся на борту, отделались легкими травмами, несмотря на то, что судно почти полностью сгорело после падения. Пострадавших доставили в госпиталь, но позже отпустили. Боинг 737, переоборудованный для пожаротушения, рухнул на территории национального парка Фиджеральд-Ривер на юге штата Западная Австралия. Сообщается, что самолет попал в зону турбулентности во время сброса воды. Австралийское бюро транспортной безопасности заявило, что происшествие стало первой серьезной аварией с участием Boeing 737 в Австралии.